Привет, с вами Влад Лейзер, и я поздравляю с наступившим 2015 годом. И сейчас мы будем рассматривать мои подарки на Новый год. Для начала я попробую сделать вот так. Первое, что я покажу, это джойстик Thrustmaster. Вообще он используется для игры в самолетные симуляторы, но я его использую как аркадный джойстик для симулятора MAME. Те, кто смотрел предыдущие выпуски, то знают, что MAME — это симулятор аркадных автоматов. И поэтому я использую этот джойстик как аркадный стик и фигачу кнопки на клавиатуре. Следующий подарок от моей лучшей подруги — это последний альбом Avril Lavigne, Avril Lavigne. Да, оригинальное название. Также в этот альбом входит книжечка с текстами песен, что мне очень понравилось. И я закачал этот альбом в iTunes с помощью компьютера. И в последнее время я только его и слушаю. Я, наверное, прослушал этот альбом раз 30. Я очень обожаю Avril Lavigne. Добавок, большинство песен из этого альбома не слышал. А теперь подарки игры. Так, первый там Assassin's Creed Единство. С этого я начинаю Новый год. Я уже игру прошел. И также входит здесь дополнение Химическая революция. Дальше Call of Duty Advanced Warfare. Я хотел DayZ дальше, но его не было. Добавок к DayZ давали чехол на 5 iPhone. Но, к сожалению, DayZ все раскупили. Дальше Far Cry 4 специздание. Здесь входит операция возвращения Хёрка, 3 дополнительных миссии и появился гарпун-пронзатель. Дальше Resident Evil HD Remaster. Ну, он вышел только в Японии, то есть, а в Европе он выйдет 20 января. Но на диске он только в Японии и только для PlayStation 3. Little Big Planet 3. Ну, так, поиграться в коопе с отцом. Больше мне ничего Little Big Planet не нужно. Дальше Kingdom Hearts 2.5 ремикс. В него входит Kingdom Hearts 2 Final Mix, который сдавался только в Японии на PlayStation 2. Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, который сдавался только для PSP и только в Японии. И набор роликов Recoded. Ну, не сделали геймплей с DS. Сделали только видос. Дальше Naruto Storm Revolution. Ну, Revolution не такой уж и классный, но к нему прилагалась анимешка, 12-минутная на DVD. И она такая веселая. И то, чем заканчивается мой Новый год, Dragon Age Inquisition. Его я буду играть сам последним, потому что я собираюсь его пройти просто до дыр. Так как Ведьмака в марте или феврале не ожидать. И это 3 фильма. Сумерки. Сумерки Затмения. И Сумерки Рассвет 2. Ну, Новолуние и Рассвета 1 не было, они будут только после праздников, поэтому жду. Вообще, я смотрел Сумерки из-за подруги, но мне понравился этот фильм. Поэтому я взял себе в Blu-ray коллекцию. Ну и на этом все. И у нас давно не было вопросов, и поэтому мой вопрос на сегодня. А что вам подарили на Новый год? Подписывайтесь на канал внизу, ставьте лайки. С вами был Влад Лейзер. Всем пока.